Сегодня бегемотик Мотя рано встал и захотел выйти на улицу прогуляться. Но перед тем, как идти гулять, Мотя вспомнил, что нужно почистить зубки. Для этого нужна зубная щетка и зубная паста или зубной порошок. Нужно намочить щеточку, затем положить небольшую горошинку пасты и чистить зубки снизу вверх 2 минутки. Бегемотик так и сделал. Затем Мотя прополоскал ротик водичкой, и все готово. Теперь можно смело гулять сколько хочешь. И вы, ребята, обязательно чистите зубки утром и вечером.